6 по 21 сентября проходит финал 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы 2020», который проводят по стандартам WorldSkills. Соревнования этого года станут самыми масштабными не только в России, но и во всем мире. Главная особенность конкурса – формат его проведения. В этом году чемпионат проводится в онлайн-формате, то есть нет определенного места или города, где он проводится. И участники вынуждены при наличии большого количества камер показывать себя. Это тоже, наверное, психологически сложнее. Участниками могут стать студенты и школьники в возрасте от 16 до 22 лет. Количество соревнующихся в этом году достигнет 2800 человек. Это в два раза больше, чем в прошлом. Учащиеся лицея имени Лобачевского и IT-лицея Казанского федерального университета поборются за звание лучших. Подготовка в этом году проходила немножко своеобразно с учетом внешних обстоятельств, в которых мы вынуждены были уйти на дистант. Поэтому подготовка ребят велась и сначала в очном формате, а потом уже в дистанционном. И хочу заметить, что для того, чтобы подготовить обучающихся, ведется не только целенаправленная работа по подготовке, именно конкретно к соревнованию, она значительно шире. Учащиеся лицей КФУ проявят себя в таких направлениях, как предпринимательство, фотографии, инженерия космических систем, видео. Производства и другие. Конкурс будет проходить на региональных площадках колледжей, а также специализированных и международных центров компетенций. Эксперты будут следить за ходом соревнований и оценивать участников в режиме онлайн. Всем желающим предоставлена возможность наблюдения за ходом соревнований из любой точки мира. Альмира Зиадинова, Алия Гарипова, Универньюз.